think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, как-то неожиданно, нежданно обновился сегодня остров, и сейчас мы будем с вами ловить нового героя. Поехали, чекнем, что у нас интересного есть. Магазинное безумие. Всем бравлерам ночным привет. Продолжаем трэш. Так, бинго, императорская кузница. Временная... Ну, в общем, ничего такого. Так, магазин скидок. Что интересного есть? Мешки зефира. 10-й психощит. Мешки, правда, первая карта. Вот такой вот, ребятушки. Парящий остров новый. Где есть альфа-самец. Плюс темный... Темный колдун. В общем, как обычно, мы пойдем сейчас его на АЭС выбивать. Так что влепили по лайку и ждите, посмотрим, что у нас интересного. А, это мы же на русском сервере, да? Ничего себе, дерево даже есть. Что в дереве? Три монетки. Вот такое кастродерево. Я таким деревом называю на русском сервере. Три монетки, блин. И... Ну, хотя, в принципе, три монетки, карта. Так, фонтан, больше ничего такого нету, халява. Пакет накопления. Нифига себе, 4 этих. Нифига себе сделали. На русском сервере пакет накопления. Так, берсерк. 4 пака больших, я офигею. Выгодный набор. В общем, больше ничего такого интересного нет. Хорошо. Странно, я, честно говоря, ждал, что будет завтра. Я вчера чекал на Тайване вечером не было. Может, что-то поменялось. Кто его знает. Сейчас посмотрим. По сервакам. Ну, кастрированное дерево на русском, как обычно. И нету сундуков, самое интересное. Они таких и не добавляют. Так, что у нас на английском сервере? Смотрим. Spring Gifts. Это гифты за донат, апдейт, за вход. Надо зайти, кстати. Так, Clashers Day, Little Camp. Camp Help. Так, дискаунт. А, то русский дискаунт был. Я ж думаю, что такое. Десятый разброс. И ну, довольно-таки тоже неплохо. Две сумки, 15 этих лисички. Блин, надо копить самоцветы на немки на бездонате. Либо на дерево, либо на этот. Правда, там это очень редко, но... Чё по рынку? Тоже берсерк, только в два раза дороже. Сейчас, кстати, на русском сервере как-то выгоднее ловить. Так, апдейт паки. Аккумуляция. Такая же, в принципе, как и на русском, плюс-минус, только лисица. Странно. А вот снабжение. Ну, снабжение, как обычно, ни о чем. Хорошо, поехали дальше. Поехали на немку. Тум-тум-тум-тум-тум. Смотрим, что у нас на немецком сервере. Что-то вчера опять, говорят, было обновление на русском сервере. Короче, каждый день. Каждый день, что ни день, то обнова. Такс. Немецко, мой огник. Мой любимый аккаунт. Так. Флешер. Так, тоже зайдем, заберем. Здесь в 11, скорее всего, обновятся акции. Так, забрали. Больше ничего такого нету. Нету халявы. Ну, с 11 часов, наверное, открывается все. Так, молотки буду забирать, хочу постройки некоторые доделать. Ничего, к сожалению, нет.
Базар Маркет. Ну, мне этот пак, по сути, нафиг не нужен. Я 2 дня, ну, я не знаю, я уже огника собрал, теперь у меня лис и этот в планах, поэтому надо мне будет копить по 3 с чем-то тысячи и, наверное, на этих, на питомцев сливать. Такс. Что у нас еще интересного есть? Ничего, надо, кстати, зайти. Все никак. Вечно вчера провтыкал. Надо бэриком поделать все. Подобирать плюхи, потому что у нас осталось еще, по-моему, пару... 2 дня осталось. Сейчас глянем, чекнем. Обмен. Блин, настолько с огником стало все проще. Честно скажу, вообще просто кайф. Ты не паришься, не боишься, что там где-то ты сольешься. Ну, намного легче стало жить. Еще надо сюда фрейку, вообще будет супер. Ну, кстати, у меня нету ни Космо, ни Феникса, что на одном бездонате, что на втором. Просто тупо их нету. Так, сейчас будет проверочка. Блин, там герои с эволюциями, и мои все равно тащат их. Но это не точно. Роза, посмотрите, как держится. Вообще кайф. Огник, ты чё? 30-й прорыв. Розочка, давай включайся. Добивай тут камешек. Вот это кайф. Вот когда герой у тебя процентуально бьет. Изи просто. Затащили. Так, еще одну попытку. Надо не втыкать. Забирать это все. Так, а что у меня по этим здесь? Вот, видите, тоже. Тоже как обычно. Это, в принципе, единственный вариант, когда фармится эти локации у меня, это из-за того, что есть обмен офигенный. И так, обычно я ленивая жопа, как и все вы, наверное, и вы забили хрен на эти локации. Курвасин. Нормальный ник. Сейчас я еще вторую зафармлю, потому что сейчас пойду вам выбивать нового героя тестить, поэтому ждите обязательно. Теста. Видосиков сегодня с новым героем. Побегаем, посмотрим что да как. Покачаем. Да, нажал. А, это я не нажал. Это я тупанул, еще не проснулся. А прикиньте, раньше мы бегали, даже не перематывали. Вот это был трэш. По 40 минут на эти локации сливали. И было интересно, и все фармили. Потому что ресурсов нифига не было. Сейчас на это все смотришь, как-то все убого. Вот раньше интереса, слава, ну, реально намного больше было, нежели сейчас. Куча всего. Так, окей. Поехали еще Тайвань чекнем. Странно как-то они обновились. Очень. Неожиданно, скажем так. Придется вам сегодня попилить. Немножко. Немножко придется попилить видосики. Кофе классный. Так, ну и чё, Тайвань? Чё с тобой? Раздупляйся. Что-то эмулятор подвисает. Больше 4 за года уже не тащит. Надо обновить будет. Почистить. Что-то давно уже не чистил, забил. Нет, что-то с Тайванем не то, походу.
не хочет там заходить. Ну и фиг с ним. В общем, ждите островка, будем сейчас ловить нового героя, тестировать. Всем удачи. Не, неудачи. Зашли. Заходим, ребята. Боже, как оно медленно все. Просто трэш какой-то. Кстати, я так и не посмотрел на острове на плюхе. Сейчас хочу глянуть. Мне кажется, на немке будет совсем другой шар. Ну, как обычно, немка, как обычно, выделяется. А тут вообще механоид стоит. На Тайване вообще не обновили. Странно очень. Ну, по шарику что, зефира добавили, это, в принципе, плюс. Что по плюхам? Механоида сделали больше, новый мах. Ну, в принципе, как обычно, добавляют. Новые мешки. Новые эти. Ну, давайте еще раз зайдем. Чекнем. Ну, здесь сундуки можно вытащить. Ну, такое. Ну, конечно, отсюда можно недостающих героев. Может, кстати, Андрюхи вытащим. Новые с пэтами. Ну, в принципе, довольно-таки неплохой шарик, как по мне. 10-я эмблема. Конечно, мало расходников. Но, опять же, добавили зефир, 3 осколка. Ну, кому как повезет. В общем, ждите видосика, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.